конечно, у нас тут в Гримерке просто салон красоты. Когда нет времени ездить в салон красоты, салон красоты приезжает. Колечки. Сейчас будем делать. Маникюрчик, педикюрчик, еще потом лобная, а что потом еще, вы даже не поверите, что еще будет потом ночью. Даже не дали прическу до конца доделать, бегу на лобную, какая-то драка там началась, буду разбираться. У меня тут такой красивый, мам показывает, смотри, какая красота. Берем? Берем. Атема. Все. Берем. Моя девочка. Все в шоке. У меня даже сторис нет. Просто сегодня как белка в колесе. Тысяча дел. Работа. Успела вот маникюрчик сделать себе. Смотрите. Это кой. И блесточки. Подлет. У кого-то пятница, развратница. Я закончила только лобную. И сейчас... еду еще кое-куда. Угадайте, куда. Всем привет! Ну что, потестим новую палетку Олечки Бузовой. Палетка состоит из 5 хайлайтеров, одних румян и 8 оттенков тени. В эти хайлайтеры я просто влюбилась. Офигенные оттенки и самое яркое сияние, которое я только видела. Румяна очень сияющие, на любителей, но мне такое нравится. Я сделала для вас два варианта макияжа глаз. В одном из них красную стрелку я нарисовала тоже тенями из палетки. Ну как вам результат? Сама палетка, будете покупать? Так приятно читать ваши отзывы о моей палетке. Уже огромное количество даже профессиональных гримеров отмечают качество невероятное. Особенно вот хайлайтеры, они правда просто так сияют на коже. Ну и в качестве теней, да, цвета теней я выбрала самые мои любимые оттенки. Такой беж, коричневый топ, который может вам подойти на ежедневный макияж. Я напомню вам все, мои хорошие, что палетка... она лимитированная, она продается эксклюзивно в Литуаль. Можно приехать в магазин ее приобрести, там такие красивые стейдики еще стоят со мной, или заказать на сайте. Все для вас, мои девчоночки. Так, мои хорошие, ну я вам напоминаю, что мой конкурс продолжается, и на следующей неделе, уже 3 ноября, состоится розыгрыш автомобиля. Поэтому продолжайте быть подписанными. Подписаны обязательно на всех, на кого подписаны. Я подписывайтесь сейчас, потому что я буду тщательно это проверять. Победителем станет только тот, кого мы выберем рандомно, и тот, кто будет подписан на всех спонсоров, на всех, на кого я подписана, и у кого будет открытый аккаунт. Поэтому, мои хорошие, вы не забывайте, что огромное количество призов будет не один победитель, а их много. И самый главный приз – это крутой Мерс, новенький автомобиль. Или же у вас будет возможность собрать 2 миллиона рублей. Поэтому подписывайтесь на всех, на кого подписана я, и ждите розыгрыша 3 ноября. Вы подтверждаете, что вы просто тренер года? 1:20. Тренер года, если да. Вот Леночка, спасибо. Года. Спасибо. Все для вас. Хоть в час, хоть в два. Ой, а это мы запомним. Это мы запомним. Главное, Ксюша. Да. Ольга Бузова плохо катается. Ольга Бузова не имеет права. Индохаус, да. Мы на льду. Поехали. Поехали. Сон и покой нам только снится.
что всем моим привет. Доброе утро. У кого оно доброе, у кого нет, надеюсь, что будет прекрасный день. Сегодня покажут 5-й выпуск «Ледникового периода». И он особенно отличается тем, что, к сожалению, с сегодняшнего дня раз в неделю одна пара будет покидать проект. Поэтому ваша любовь, ваша поддержка, они нужны сейчас намного больше. Если вы болеете за нашу пару, и вам она искренне нравится или импонирует, то вот эта ссылочка, поддержите нас, пожалуйста. Голосовать можно уже сейчас, потому что в некоторых регионах начнется ледниковый уже совсем скоро. Вот здесь ссылочка, вот так просто свайпайте и голосуйте. Вы когда-нибудь видели в субботу в час дня такого красивого человека? Я работать. Такой вот у меня сегодня образ. Ну что, я уже отписала тета и еду на тренировку. Ice, baby. Мне кажется, Гуф про меня эту песню писал. А еще сегодня, я напоминаю вам, вдруг кто-то не смотрит мои сторис. 17:15, сегодня ледниковый период на первом. Когда я узнаю точно время на выступление нашей пары, я вам скажу. Но обычно это происходит где-то в конце. Но я хочу, чтобы вы были у экранов со мной с самого начала. Я жду вас. Жду вашей поддержки. Это будет потрясающий номер. А еще сегодня произойдет то, что мы не ожидали. Как мы из этой ситуации вышли и как вообще все было. Смотрите, сегодня болейте за нашу пару.